уже в эфире, да? Добрый вечер, я вас приветствую на территории свободы. Вот так в понедельник я с трудом соображаю, в эфире я или нет. Шучу, конечно. Сегодня мы будем подводить итоги выборов. И мое приглашение принял политический аналитик Владислав Кульминский. Добрый вечер, господин Кульминский. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Рада приветствовать вас в своей студии новой. Взаимно, я очень рад, что у вас этот проект пошел и что он набирает популярность. Спасибо. И чуть позже к нам присоединится политолог Андрей Бурачев. Он сейчас находится в Берлине. Посмотрим взгляд с Запада, как они видели оттуда наши выборы. Господин Кульминский, ну вот результат, казалось бы, предсказуемый, в то же время с сюрпризами одновременно, значит. Партия «Действие солидарность» получила абсолютно сокрушительную победу, да, у них будет сейчас 60 мандатов. Совместный блок коммунистов... 63, да. Блок коммунистов-социалистов 32 мандата должен получить, если я не ошибаюсь, и 6 все равно получит партия ШОР. Всего 3. Это и есть то самое обновление политической элиты, о которой было заявлено, что эти досрочные выборы нужны для того, чтобы обновить политический класс Республики Молдова? Ну, скорее, это больше заявка об обновлении ожиданий избирателей. То есть я в этом вижу все-таки определенный месседж, определенный посыл, который избиратели посылают политическому классу Республики Молдова. Возможно, говорить о полномасштабном обновлении политического класса сегодня не приходится после этих выборов, но то, что определенный процент парламента поменялся очень глубоко и основательно, это уже наверняка. Меняются поколения. Те люди, которые голосовали, допустим, 20 лет назад, значит, ну, тогда им было, скажем, по 40 лет, да? Значит, сегодняшние 60-летние, это уже не те, которые голосовали 20 лет назад, значит, за социалистов-коммунистов. Ну и, конечно, пожалуй, наверное, самый важный фактор — это то, что все-таки ожидания людей сегодня по большей части касаются качества жизни, качества государственного управления, вообще вопросов, которые людям близки и понятны. Не каких-то там, знаете, далеких и, в общем-то, мало понятных геополитических вопросах, о которых так любят говорить наши политики. Людей, на самом деле, сегодня волнуют намного более простые и понятные вещи, которые происходят с ними непосредственно в их жизни, в ежедневной. Это качество воды, это нужно ли платить взятки там, значит, в медицинских учреждениях, полиции, в школах. Значит, это пенсии, это зарплаты, это, в принципе, абсолютно понятные обыденные вещи. И те, которые эти ожидания и настроения людей не поняли, ну, соответственно, они, конечно, потерпели сокрушительное поражение, потому что вот этот запрос на социальную справедливость сегодня в обществе Республики Молдова очень и очень велик. И согласна с вами и нет. Сейчас объясню почему. Потому что все-таки первое, о чем говорилось, о том, что эти выборы должны изменить политический класс Молдовы. Да, и изменить структуру нового парламента. И это заявлялось в том числе с трибуны парламента и из президентского дворца. Да. Но учитывая, что коммунисты вернулись в парламент, социалисты будут иметь приличную фракцию, партия ШОР будет иметь свою фракцию, то мы можем говорить, что мы не изменили политический состав, да, и структуру парламента, а мы изменили тех, у кого теперь будет власть. Просто партия «Действие солидарность» получила практически абсолютную власть в стране, имея своего президента, да, бывшего председателя партии. Сейчас у него будет большинство в парламенте, и они будут формировать правительство. Это уже логично, больше некому. Да. И получается, что основная цель была не изменить, а получить власть одной партии. И второе, зачистка, очень серьезная зачистка на правом фланге, подмять под себя весь фланг. Потому что на левом те, кто были, они так и остались. А правый просто был подмят полностью, не дав возможность даже молодой поросли появиться. Я не думаю, что задачи ставились таким образом. Ну, давайте начнем так со второй. Получилось. Ну, давайте начнем со второй, как вы говорите. То есть абсолютно точно никто такой задачи не ставил подмять под себя правый фланг. Абсолютно нет. Посмотрите даже на список партий. Сколько их там было? 22 партии в избирательном бюллетене. Там были какие угодно партии. Молодые, новые, старые. То есть абсолютно у всех была возможность в этих выборах принять участие и показать электорату, кто на что способен. Стартовые условия, в общем-то, были для всех одинаковые. То есть не ставилось, я думаю, никем абсолютно такой задачи, чтобы правый фланг подмять под себя. Тот факт, что избиратели отдали свои голоса за партию ПАС, ну, я думаю, что это во многом произошло благодаря
растущему рейтингу и популярности президента Майи Санду, которая еще во время президентских выборов выдвинула программу реформ, которая близка и понятна абсолютному большинству граждан Республики Молдова. Я думаю, что в основном это тоже очень важный фактор, который сыграл, ну, наверное, едва ли не решающую ключевую роль в победе ПАС на выборах в парламент. Но, кроме того, дисциплина мессажей, да, ни президент, ни партия, ни во время парламентских, ни во время президентских выборов не отклонялись от своих ключевых месседжей, которые касались именно вот вопросов близких людям. Они не давали вовлечь себя там в геополитические споры и дебаты на тему языка, идентичности. Это тоже очень важно. Геополитическая ориентация и многих других вопросов. Теперь по поводу левого фланга. Я не согласен с вами, что не обновилось. Мне кажется, наоборот, там обновление произошло очень и очень серьезное. Мне кажется, в этом парламенте, в его составе очень сложно представить себе создание коррупционных коалиций, как это происходило в предыдущем парламенте. Не, ну, то есть, просто вы помните, что у них нет большинства. Ну, в прошлом парламенте как бы эти коалиции создавались и воссоздавались там, не знаю, по нескольку раз в месяц. Да? Там сначала были... Значит, социалисты с демократами, потом сначала был ПАС с социалистами, потом социалисты с демократами, потом после этого социалисты были с Шором, то есть там были очень разные конфигурации. Сегодня этого всего нет. И, Лиля, тут, мне кажется, один очень важный момент, это то, что левого фланга в том виде, в котором мы его знали, к которому мы привыкли, больше в Молдове нет. Вообще вся вот эта граница, значит, и это для меня, мне представляется очень важным тезисом, вся эта граница между правыми и левыми сегодня была стерта. Во многом это было достигнуто благодаря стараниям самого Игоря Николаевича Дадона и самих левых, которые вот эту очень сильную социальную составляющую левой повестки, перераспределение, сильное государство, борьба с коррупцией, образование, здравоохранение, забота о развитии человеческого капитала, социальная справедливость. То есть все вот эти понятия, которые в принципе характеризуют как бы более такую, знаете, левую повестку дня, они полностью их потеряли, целиком и полностью. То есть если вы заметите, фактически весь политический центр и очень большая часть левоцентристов проголосовала за партию действия и солидарности, потому что иначе эти цифры объяснить никак нельзя. Посмотрите на Кишинев. Первый раз, когда по большому счету, в принципе, это разгром. Никак иначе это назвать нельзя. То есть тут уже не только ботаника, тут все сектора плюс пригороды. Вот сейчас видят наши зрители. Да, то есть вы посмотрите на эти цифры. Это же в принципе как бы и представить такое было себе невозможно. И в Кишиневе мы понимаем, что здесь живут люди многих разных национальностей. Очень много людей, которые разговаривают на русском языке, для которых русский язык был родным. Mm-hmm. И для всех этих людей повестка борьбы с коррупцией и более справедливого, более функционального государства, как оказалось, пожалуй, для них эта цель намного важнее, чем эти бесконечные споры там, о геополитическом векторе, который мы ведем 30 лет. И в конечном итоге, по итогам всех этих споров, Республика Молдова ветшает, положение дел становится намного хуже, экономика падает, а государство становится все менее и менее функциональным. И я вижу, как бы, что на этих выборах, отчасти благодаря очень неумелому ведению кампании, неумелому, это даже дело здесь не в кампании, а вот значит, тому образу, который Игорь Николаевич Дадон создал для себя и для всего левого фланга в течение там, 4 лет своего правления, да, отчасти благодаря другим факторам, вот эта вся повестка социальной справедливости была очень удачно, значит, взята на себя партией действия и солидарности. И только так можно объяснить эти результаты на выборах. Центр и очень большой кусок левоцентристского электората проголосовал за партию действия и солидарности. И с этим поспорить очень сложно, потому что цифры говорят сами за себя. 2 экс-президента проиграли нынешнему президенту. Не проиграли, а продули. Это были парламентские выборы или это была битва президентов? Мне кажется, вот это очень правильный вопрос. Я как бы везде говорю, что это на самом деле это был 3-й тур президентских выборов. Это был 3-й тур. Значит, не додрались, не добились. Сейчас я добавлю тогда к тому, что вы говорите, потому что после президентских выборов у нас очень часто говорили о том, что это не Майя Санду выиграла, а Игорь Дадон проиграл, причем сделал все для того, чтобы проиграть эти выборы Майя Санду. Потому что во время 2-го тура я помню, что очень многие журналисты и аналитики говорили одну вещь. Теперь главное, чтобы она просто случайно не открыла рот в ненужное время, потому что он делает все, чтобы она выиграла.
Ну, я с этим не согласен, потому что, ну, знаете как, ну, тогда по этой логике на месте Майя Санду может быть кто угодно. Нет. Именно. Ну, она же вышла во второй тур. Конечно. Мы же не об этом говорим. Она первый тур она провела блестяще, не об этом речь. Тут вопрос... Мы говорим о том, что Игорь Додон во втором туре совершил такое количество ошибок, что у него не было шансов уже на победу. Так вот, если возвращаться к тому, что мы говорим в третий тур. Да. Шансы на победу есть всегда. И Игорь Додон был настолько уверен в том, что он побеждает в этих выборах, что это тоже сыграло с ним злую шутку. Ну а что касается нынешнего президента Майи Санду, мне кажется, что она очень... Ну, во-первых, это как бы полностью коррелирует с ее собственными представлениями о том, что нужно сделать в Республике Молдова. То есть вот та повестка дня, которую она представляет себе важной для страны, в этой точке, в этот момент времени совпало с той повесткой дня, которую большинство граждан Республики Молдова считают важной для себя. Да? И вот это вот совпадение, оно, собственно говоря, привело к такому результату, ну, просто ошеломляющему. Да? То, что, значит, граждане для Республики Молдова считают важным для страны, это именно то, что Майя Санду хочет для этой страны сделать. И мне кажется, что здесь как бы нельзя отнимать заслуги того, ну, вообще, какая повестка дня была определена, какие цели были поставлены. Извините, да, возвращаясь к третьему туру. Да, к третьему туру мы возвращаемся. Так, в общем, это была битва президентов все-таки, а не битва партий пропрезидентских. Ну, в каком-то, в известном смысле, в Республике Молдова, в общем-то, всегда лидер определяет партию. Ведь так было всегда, да? То есть, ну, по сути, всегда, когда голосовали на... Это же плохая тенденция. Это вы плохая. Ее в том числе критиковали. Конечно. Никто же не говорит, никто не говорит, что это хорошее, но это факт. То есть голосуют в основном, в том числе и на парламентских выборах, голосуют за лидера того или иного формирования. Да, вот был Филат, голосовали там за либерально-демократическую партию, Филата убрали, партия бах рухнула. Да? Был Воронин, голосовали там за коммунистов, рейтинг Воронина пошел вниз, партия бабах рухнула, да, там, ну, любую, там, возьмите там тех же аграриев, то есть на любую партию, которую вы посмотрите, были там демократы, Плохотнюк там ее держал, там, да, значит, ушли, нету их, да. Вот сейчас, например, последний случай Рената Усатой, как вы думаете, что будет там с партией и блоком Рената Усатого в случае с Ренатом? Я вас попрошу, да, прокомментировать, да, его заявление. Это, к сожалению, сейчас мы так говорим об общей кампании, чтобы потом переходить непосредственно к результатам. Это, к большому сожалению, такая ситуация, и как бы вы правы, конечно, это была в том числе и битва личности, битва персоналей, да, но мне кажется, что Воронин и Додон, они заранее были обречены на поражение в этой битве, потому что только что была проиграна точно такая же битва, которая называлась второй тур президентских выборов, то но она была проиграна идеях, в пух и прах. Другое. Им вообще, на самом деле, я считаю, что ни Игорю Додону, ни Владимиру Воронину, в меньшей степени, но Игорю Додону точно не стоило выдвигать свою кандидатуру в качестве главного поборника и защитника левых ценностей в Республике Молдова. Мне кажется, вот это была главная стратегическая ошибка. После того, как человек в пух и прах продул президентские выборы, после того, как он вышел с рядом мессажей, которые разделяют общество Республики Молдова и которые обществу нашей страны вообще никак не понравились, они их просто отвергли. Вместо того, чтобы сказать: ребят, проиграл, ухожу, отдаю место другому человеку, он решил возглавить партию социалистов. Более того, он взял на вооружение все те же самые фейки и страшилки, которые использовались в президентской кампании, но только раздул их вообще до невероятных пределов. То есть там, как это там, боевые натовские геи, там, да, или какая-то там ходила там такая история. Просто какая-то уже, знаете, просто до смешного. Не понимая, что Республика Молдова — это уже давно не та страна, это уже совсем другая страна, где происходят свободные выборы, где люди думают по-другому. Вся эта история там про какие-то традиционные ценности, которые я, честно говоря, до сих пор так и не понял, что он вообще хотел этим сказать. И, конечно, когда он начал это все раздувать, это была исключительно негативная повестка дня, за которую проголосовать не мог. Большинство никак не могло. У партии «Действие солидарность» была повестка дня, направленная в будущее. 4 дня до начала избирательной кампании, говоря со своими коллегами, они меня спросили, какой будет результат. Я сказал 60-30. Да, и еще плюс 2 партии пройдут в парламент. То есть вот. Вы ошиблись на одно формирование? Я ошибся на одно формирование и на количество мест, да, потому что там все-таки пас взял больше. Я был абсолютно уверен, что последний это все закончится. Последний комментарий я давала в субботу и сказала, что в парламенте будет 3 электоральных конкурента или 4 партии. Ну вот оно вот так и вышло. За несколько дней до выборов я уже тоже говорил, что будет 3, потому что... Только мне... цифры я не угадала. Я знаю, сейчас
кто-то не очень рад будет тому, что я сказала. Ну да, я давала для Московского радио комментарий, мой комментарий был именно таков. И еще один момент, на который я обратила внимание, попрошу, кстати, вас его прокомментировать. Мне кажется, что это совершенно абсурдно нереально в своей примитивности, в своей, я не могу понять, даже упертости или еще что-то, битва с участками диаспоры, да, и участками для приднестровцев, тоже сыграли не на руку тем, кто это все затеял абсолютно. То есть это выводы из второго тура президентских про параллельный электорат сделаны не были или были сделаны неверно? Неверно, да. Ну, тут мне нечего комментировать, я с вашей точки зрения полностью согласен. Давайте посмотрим... Это мобилизовало диаспору, по сути, еще да. больше и настроило ее против партии власти, и, конечно же. Давайте мы сейчас тогда, если можно, есть, да, уже можем выйти по скайпу, связаться сейчас с Берлином, раз мы говорим про диаспору, посмотреть, как оттуда смотрелась предвыборная кампания. Было бы интересно увидеть их свежий взгляд, потому что у нас там от большого количества получаемой информации уже немножечко замыленный был, так или иначе. Есть возможность скайпа или еще нет? Пару минут, да? Вы пока попытайтесь связаться. Пока будут они связываться, я вот что еще хотела вас спросить. Международные наблюдатели оценили эти выборы как соответствующие международным стандартам, да, свободные, все остальное. При том, что многие политические формирования обращались в полицию, особенно по поводу голосования, подвоза и покупки, да, оплаты непосредственно за голоса из Приднестровья. Есть протесты, контестации, да, которые были зарегистрированы. То есть каждое политическое формирование говорило о том, что есть место нарушениям, но при этом международные наблюдатели очередной раз говорят, что выборы были свободные, демократические, соответствующие всем нормам. Или те нарушения даже в общей совокупности не могли повлиять, изменить на общий результат? Именно так. То есть, когда мы говорим про какие-то серьезные нарушения, мы говорим, как правило, о нарушениях, которые могли бы повлиять на итог, на результат. Те нарушения, которые были зарегистрированы, отмечены в Республике Молдова, они не были столь значительными, чтобы повлиять на результат этих выборов. Я вам скажу, что мне показалось, что эти выборы прошли, пожалуй, в обстановке наибольшей возможной конкуренции в истории вообще всех выборов в Республике Молдова. Потому что на этот раз не было там, знаете, какой-то партии власти, которая использовала бы силовые структуры против своих оппонентов. Ну вот помните, как это было, например, там при Плохотнюке, да? При Плохотнюке, к примеру, там, не знаю, очень многие партии, там Гражданский конгресс, новая партия Штефана Глигера, там и другие политические формирования. Их бы, может, даже не зарегистрировали. Их бы не зарегистрировали, или же просто бы начали бы банально душить, да, там, уголовными делами, значит, преследованием их сторонников, невозможностью проводить встречи, вот, а... Например, Я думаю, господин Кульменский, что сейчас, если бы вы поговорили с Марком Ткачуком или Штефаном Глигером, они бы вам сказали, что у них была другая проблема. Медийно изначально подавляющая часть СМИ работала на разделение и на противостояние двух политических конкурентов, а остальных просто приглашали на дебаты, которые зачастую были абсолютно символическими и никакой смысловой нагрузки не несли. Возможно ли? Возможно, это так, но заметьте, что все-таки ситуация раньше была такова, что этим партиям вообще запрещали принимать участие, им просто не давали возможности принимать, не давали встречаться с избирателями, их сторонников там запугивали, против них начинали уголовные дела, против самих этих политиков начинали уголовные дела. Значит, и при Плохотнюке это практиковалось направо и налево. Давайте хотя бы даже вспомним, как поступали с тем же Рената Усатым, например, да, на выборах 2014 года, когда его партию просто тупо за 3 дня до выборов сняли. Вот. Или, например, на выборах 2016 года, когда, значит, для Игоря Николаевича Дадона, по сути, расчистили весь левый флаг от возможных конкурентов, которые могли бы не дать ему... То есть просто тогда использовались абсолютно все административные рычаги, административное влияние. Сегодня эти выборы, мне кажется, прошли наиболее честно и конкурентно. Никто никого не давил, никто никому не мешал встречаться с избирателями. Да, проблемы со СМИ, эту проблему надо решать. Но все, кто хотели, пожалуйста, прямой открытый доступ, ну, как бы там, в принципе, минимальное использование административных ресурсов. И очень хотелось бы, чтобы вот эту тенденцию мы сохранили и на будущее, да, чтобы не использовали
значит, службу информации и безопасности, МВД, там все прочие силовые ведомства для того, чтобы душить, давить, пугать своих оппонентов, а дать им возможность участвовать в выборах и доносить свои идеи до избирателей. Как вы думаете, господин Кульминский, те, которые допустили нарушения на выборах, в частности, в Приднестровском регионе, о которых мы говорим, после изменения, да, после победы партии «Действие Солидарность», эти вопросы будут доведены до конца? Будут ли наказаны виновные? Потому что я помню, что до выборов, да, в субботу, по-моему, или в пятницу, да, Штефан Глигер делал заявление, и у него были доказательства, потому что он делал эти заявления на каких-то основаниях, о том, что чуть ли не Войку лично от МВД делегировал человека, который отвечал за подвоз со стороны Приднестровья на территорию Республики Молдова тех, кто будет голосовать. Вот нам ожидать, что все вот эти факты будут проверены, и, по крайней мере, те, которые находятся на правом берегу Днестра, то есть до кого молдавская юстиция может добраться, будут наказаны. Или мы опять все спустим на тормозах и на следующие выборы будем удивляться? Ну, тут, во-первых, это все, конечно же, надо проверить, потому что факт подкупа избирателей доказать крайне тяжело. Александр Слуцер показывал фотографии и видео, которые он заснял лично. И, конечно же, это нужно все расследовать. Что касается Войку, ну, это, знаете, хитрый лис, который контрабасил, значит, с участием Приднестровского региона очень много времени. Вот. То есть и там, честно говоря, уже клейма и печати негде ставить на нем. Да? В то время как там полицейские получают зарплату там, да, в 6-7 тысяч лей, которые, представьте себе, там, да, ну, здоровый мужчина, который получает 6-7 тысяч лей, значит, семья, которую нужно кормить, да, значит, тут нужно думать о том, как человеку увеличивать зарплату в два раза для того, чтобы у него не было, как бы, там, других побочных мыслей. А товарищ там занимается своими делами, как бы, и пилит. Поэтому он в этих делах поднаторел настолько, что я уверен, что никаких следов просто-напросто банально не оставил, да. И поэтому доказать его конкретное там соучастие вот в этом конкретном сговоре, если хотите, мне кажется, будет очень тяжело. Ну, а вообще этот вопрос, мне кажется, нужно решать немножко по-другому. Нам нужно начинать работать с приднестровскими избирателями. Я имею в виду с гражданами Республики Молдова, проживающими в Приднестровском регионе. А как, если у наших конкурентов, за исключением, возможно, одного, что тоже я не могу доказать, или двух максимум, да, у других даже не было возможности попасть на тот берег и работать с избирателями. Как? Ну вот это хороший вопрос. Вот над этим вопросом нужно думать. Да? Существуют СМИ, существуют разного рода позитивные сигналы. Ну вот, например, посмотрите, президент Майя Санду, да, как бы она приняла решение о передаче части вакцин пропорционально населению Приднестровского региона в Приднестровский регион. Это было единственное верное решение. Ну, это правильное решение было. Причем не только вакцин, которые мы получаем в качестве гуманитарной помощи, но и вакцин, которые мы покупаем. Конечно, это правильно, да, потому что это идет непосредственно для людей. Это там никого не поддерживает, это никому там никого не укрепляет. Это дает возможность людям, ну, смотреть с уважением на Республику Молдова, да, то есть на страну, которая там не занимается схемами, теневыми там разными, значит, вещами за кулисами, а которая действительно думает о гражданах Приднестровья. Я думаю, что такого рода вещей очень много, о гражданах Республики Молдова, которые проживают в Приднестровском регионе. Вот, поэтому я думаю, что такого рода вещей достаточно много, можно было бы сделать, и этим надо заниматься. Да, если есть уже связь, есть, да? Подключите, пожалуйста, к нашей беседе господина Бурачева. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Бурачев. Сейчас. О, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Андрей Бурачев, политолог, он сейчас находится в Берлине. Вы наблюдали за этой предвыборной кампанией из Берлина. Ваши впечатления каковы? Ну, на этот раз мы немножко расширили поиск. Алло, слышите, да? Да, замечательно слышим вас, да. Да. На этот раз мы немножко расширили поле своего наблюдения, скажем так. Мы были и в Мюнхене, и во Франкфурте, и в Дюссельдорфе, и еще и в Праге удалось побыть. Правда, это было до выборов, но и во время выборов удалось охватить Берлин и Франкфурт. До выборов, собственно говоря, в беседах с нашими соотечественниками за рубежом уже было понятно, собственно говоря, что большинство из них определилось. Внесение каких-либо изменений в их электоральные предпочтения удавалось тяжело, скажем так, потому как президентские выборы наложили на это большой отпечаток. Активность в Берлине, в Германии, собственно говоря, была достаточно большой, но я не сказал бы, что она была равна той, которая была на протяжении выборов президентских.
удивило большое количество молодежи, которая участвовала на выборах. Угу. Это было достаточно количество, буквально рекордное, скажем так, по сравнению даже с президентскими выборами. На президентских выборах, скажем так, возрастная гамма была примерно предпочтение, скажем так, от 40 и выше больше было, нежели сейчас. Сейчас молодежь очень активно шла. Естественно, запрос на изменения, они были изначально очень велики, имея в виду ситуацию, которая сложилась в Молдавии за последние годы. Электорат проголосовал так, как проголосовал. Сказать, что это произошло в неординарное, нет. Предпочтения были такие же, как и в переговорах месяц назад или два месяца назад на встречах с нашими соотечественниками. Был ПАС, был Рената Усатый предпочтений, да. Ну да, мы смотрели структуру, да, за кого голосовали, да. Очень знакомо было, и даже, мне кажется, предсказуемо нам был результат голосования в диаспоре. Но вы знаете, что я хотела вас спросить? В прошлый раз социалисты заявляли во время президентских выборов, что был подвоз, что у них якобы какие-то видео есть, что кто-то там организует диаспору. Учитывая, что вы смотрели в нескольких городах, известно ли вам, чтобы кто-то организовывал, предлагал какие-то деньги, звонил в Кишинев со словами: «Я тебе дам там 100 евро, если ты проголосуешь за ПАС», как об этом заявляли накануне выборов некоторые кандидаты в депутаты. То есть известны ли вам такие факты? Наблюдали ли вы, чтобы был организованный подвоз на маршрутках или на автобусах, на избирательные участки за рубежом, вот, которые были? Я достаточно долго делал, буквально с открытия до закрытия, скажем так, да, в Берлине. Я не видел никаких маршруток, автобусов. Не то, что мне кто-то дал 100 рублей, чтобы я, или 100 евро, чтобы я сказал, что нет. Не было такое просто невозможно подвести. Это совершенно здесь другие люди. Знаете, у нас автобусы между городами стоят 10 евро, там можно сесть и просто приехать. Ага. Голосовать за кого? Я не слышал здесь. Люди сидели, за целый день вы не видели ни разу, ни одного случая подобного, и то, что здесь говорили, заранее предупреждали, да, некоторые представители избирательного блока коммунистов и социалистов, это им показалось все, да, то есть они придумали. Всегда проигравший ищет какие-либо поводы. Я помню выборы, я, слава богу, не первый раз участвую в этих выборных кампаниях, и был и в избирательных комиссиях ранее, еще с 92 года. Когда наши соотечественники за рубежом голосовали за левые партии, все было хорошо. Никто никогда никого не обвинял в том, что диаспора такая, диаспора сякая. Сейчас, когда резко изменилась популярность выборов наших представителей за рубежом, почему-то стали сразу столько оскорблений, я не помню за всю свою жизнь, столько оскорблений в адрес соотечественников за рубежом, сколько сейчас за последний год-полтора. То есть это реакция именно на то, что происходило в Кишиневе? Только, ну да, мы кто угодно, только не имеем вообще права даже не говорить о выборах, не то, что туда ходить на выборы. Понимаете, ну, это неправильно. Что в тех же Соединенных Штатах или в Великобритании, где я жил достаточно долго, там нету такого, чтобы англичане не могли голосовать в странах бывшей своей юрисдикции, скажем так, колонии. И при этом все равно, если посмотреть количество проголосовавших на парламентских выборах, их меньше, причем 1050 с чем-то, да, если я не ошибаюсь, меньше, чем на президентских выборах прошлого года. Чем это вы лично связываете? Ну, понимаете, многие люди просто апатия возникла. Я встречался с людьми, которые просто сказали: да слушай, и мы маленькая страна, нам дают бюллетень где-то с метр. Ну, из кого мы выбирать будем, должны? Люди уже, понимаете, немножко разочаровались в выборах, потому что было достаточно большое количество времени у правящей, как говорится, нынешней администрации президента что-то урегулировать. Но, тем не менее, каких-либо качественных изменений не произошло. Да, ввиду того, что парламент, скажем так, противостоял это раз, и второе, парламент был недееспособен, он, собственно говоря, недееспособен с момента его прошлых выборов. Парламент не должен был быть вообще, по большому счету.
Понятно. Господин Кульминский, у вас есть какие-то вопросы? Да нет, ну... Или вы не согласны, может быть, с чем-то? Нет, почему? Вполне, мне кажется, вполне точка зрения соответствующая. Соответствие, в том числе и то, что ожидания были от президентского, от президента выше, и часть людей не вышла на выборы, в том числе в диаспоре, потому что не оправдала их ожидания, да? Ну, нет, я думаю, что за эти полгода как бы сложно было бы ожидать, что произойдут какие-то глобальные перемены, но на самом деле как бы явка в диаспоре мне показалась лично очень высокой. Это, по сути, вторая по размеру явка диаспоры после второго тура президентских выборов в прошлом году. Да, сопоставим с этим, конечно. Это очень большое количество людей. Представьте себе, как бы, то есть 200 тысяч это огромное количество людей. Так что нет, я бы не сказал, мне кажется, наоборот, показалось, что явка была в диаспоре очень высокой. Ну а кроме того, для меня даже было в каком-то смысле удивительно, что там то ли 85%, по-моему. 82, если не ошибаюсь. 82%. У нас есть отдали... голосование диаспоры? Или нет? 82% отдали свой голос за партию действия «Солидарность». Мне кажется, такого в истории парламентских выборов в Республике Молдова не было никогда. Вот, угу. То есть это просто совершенно, совершенно сумасшедшее. Мне казалось, что будет как бы намного больше разброс мнений и точек зрения. Но мне кажется, что это достаточно понятно, рационально и объяснимо, потому что диаспора — люди, которые работают за рубежом, часто в сложных условиях, которые переводят деньги в Республику Молдова и без которых экономика Республики Молдова давно бы рухнула. И, кстати, тут, конечно, для меня совершенно необъяснимо, как кто-то там, типа там Игоря Николаевича Додона, может позволить себе оскорблять диаспору, при том, что у нас в Республике Молдова фактически в каждой семье есть кто-то, кто живет, работает за рубежом. Это, знаете как, ну это все равно, что просто бросить... Да, мы об этом вот, говорили. Так мне кажется, что диаспора очень хорошо понимает, какие приоритеты стоят сегодня перед Республикой Молдова. Да? То есть это создание нормальной функциональной системы государственного управления, примерно хотя бы отчасти напоминающей ту, с которой они сталкиваются каждый день в тех странах, где они работают и живут. Сейчас вот мы с вами об этом они... еще поподробнее, да, вот поэтому они поговорим. У меня еще есть к Андрею один вопрос, если вы не возражаете, Андрей. Пожалуйста, вы еще с нами на связи. Я знаю, что у вас были свои политические симпатии. Вы надеялись на другой результат. Я могу их озвучить сейчас в эфире? Да? Конечно, конечно. Почему нет? Я никогда не скрывал. Да, вы надеялись на то, что гражданский конгресс, партия коллективного действия «Гражданский конгресс» покажет больше результат и пройдет в парламент. Я понимаю, вы расстроены, но как вы можете, чем вы объясняете то, что они, к сожалению, не смогли преодолеть этот порог 5%? Чем объяснить? Ну, это, понимаете, объяснение, это нужно сесть и проанализировать все. Сейчас скоропалительно что-то говорить, к сожалению, я думаю, что преждевременно, да, потому что любое действие и противодействие требует глубокого анализа, и не надо делать скоропалительных итогов, как сделал недавно, буквально час-два назад, мэр Бельц, да? Да. Который подал в отставку, ушел с лидерства и так далее. Поэтому в политике такие шаги недопустимы. Если ты вошел в политику и ты проиграл, терпел поражение, да, это больно, особенно в родных стенах, это очень больно. Но, тем не менее, не стоит торопиться, делать скоропалительных выводов и итогов. Что касается гражданского конгресса, понимаете, запросы на изменения были у общества и есть общество очень радикальные. Гражданский конгресс предлагал план действий очень всеобъемлющий, рассчитанные на годы, рассчитанные на, скажем так, терпение народа, на понимание народа и так далее. Сейчас люди немножко по-другому мыслят. Я, по крайней мере, говорю, зная опыт общения с представителями наших соотечественников здесь, за рубежом. Они хотят сегодня, не хотят через день, через два, через неделю, не хотят радикально. Допустить молодую партию, да, пусть даже профессионалов, да, с прекрасной программой, они не готовы. Вероятнее всего, понимаете, да и у гражданского конгресса не было столько времени для того, чтобы донести до людей
все свои мысли, все свои взгляды, всю свою программу. Мы прекрасно знаем, что гражданский конгресс был весьма ограничен в доступе к средствам массовой информации. Ему было под запрет, и мы все это прекрасно знаем, и программу с Анатолием Голи, и средства массовой информации в России, через которые пытались донести и в Молдавии. Но это не помогло социалистам выиграть выборы. Социалистам ничего уже не поможет, по большому счету. Это уже надо отдавать себе отчет. То есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что у гражданского конгресса еще впереди есть политическое будущее, и это формирование впоследствии наберет свои голоса? У гражданского конгресса, однозначно есть будущее. Главное сейчас не падать духом, не сделать просто анализ еще раз качественный того, что произошло. Угу. Будем честно признательны тому, что 6 тысяч сторонников, вернее, 6 тысяч человек, членов партии, набрали почти вдвое, даже больше, чем вдвое больше, да, по-моему, угу. там где-то больше, около 20. Это очень большая цифра, это очень хороший результат для молодой партии, которая только вступила в электоральную борьбу. Ну и плюс к этому я говорил со своими коллегами, которые курируют, скажем так, средства массовой информации, которые находятся сейчас под патронажем лидера партии социалистов, предвидятся большие изменения в средствах массовой информации в Молдавии, курируемые из Москвы. Поэтому мы давайте подождем. Я думаю, что в лучшую. Я уверен в лучшую. Здесь должен... Да, извините. Я думаю, что и аудиовизуал наш должен заняться также изучением этого вопроса. Поэтому давайте наберемся терпения. Это первый бой, но не последний. У меня к вам заключительный тогда будет вопрос, чтобы мы вас долго не задерживали. Что вы ждете сейчас? Каковы должны быть первые шаги уже от новой власти? Как я сказал, запрос на изменения очень велик. Я беседовал с моими коллегами также. Кое-кто склонен считать, проводит параллели между победой Майи Санду и Пашиняном в Армении, что якобы и в тех и других случаях была победа над двумя президентами, в Молдавии тоже, но я не склонен так считать, потому как... Увы, команда Санду есть очень большой дефицит, скажем так, в рабочих лошадках, профессионалов, тех людей, которые должны реализовывать ту программу, с которой она пришла. Очень бы хотелось, чтобы нынешнее парламентское большинство, хоть и не конституционное, но большинство, получило бы конец вот этой конфликтности, которая есть вот в обществе, вот этой, скажем, разобщенности и так далее. Все зависит от нее, от лидера этой партии, от парламентского большинства. Хотелось бы, чтобы они внесли в повестку дня социальные программы, общегражданские программы, какие-то программы, которые бы смогли сблизить общество наше. Мы разобщены, как я сказал, на метр, почти на метр бюллетень. Это показывает еще раз, насколько мы разобщены все. По мелким группам и по мелким партиям. Хотелось бы также, чтобы все-таки правящая партия нашла диалог Запад-Восток. Ориентация сейчас, конечно, проевропейская. Да, все об этом говорят. Тем не менее, насколько мы помним прекрасно, госпожу Майю Санду ждали дважды в Москве. И были подготовлены ряд документов для этого визита. Надеемся, что они не запылились и что она все-таки полетит на восток и наладит диалог долгожданный с Востоком для того, чтобы в нашем обществе воцарилось согласие и мир, а не было предпосылок для того, чтобы все шло на обострение. Спасибо, господин Бурачев. Спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь сегодня. Вам. Хорошего вечера. Вам спасибо и хорошего вечера. Спасибо взаимно. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Мы возвращаемся тогда в нашу Кишиневскую студию.
Максим Курминский. Вот, очень, если можно быстро прокомментировать, да. Очень хороший вопрос задали и затронули по медиа. И мне очень понравилось, как бы в каком ключе обсуждение этого вопроса шло. Ведь у нас действительно очень много медиа, которые аффилированы с разными партиями. Да. И это медиа, оно не только хорошо раскрученное, но есть там и целый ряд веб-сайтов. Вот, например, посмотрите, есть там такая сладкая парочка, Олежка Кристалл и как там этого второго? Ну, вы Габриэл, сейчас опускаетесь, Олежка. Габриэл Калин или как там, знаете, Олег Кристалл, извините, ну его там свои так называют. Значит, ну эти друзья создали вообще там целый ряд сообщающихся сосудов, сайтов разного рода, да? То есть что они делают? Не только они. Я могу Давайте минимум вот мы на конкретном примере четыре такие точки назвать, у которых по три сайта еще дочерних. Но у них там есть их очень много, этих сайтов, телеграм-каналов. И что они делают? Они придумывают какой-то фейк, стряпают. В частности, я, например, с этим сталкивался лично в отношении меня. Это было в отношении людей, которых я хорошо знаю. Я точно знаю, что вот та информация, которая там изложена, она просто на 80, знаете, как закон пропаганды геббельсовской, да? Значит, как минимум там 20-25% подаваемой информации должно быть правда, потому что могут не поверить. А тут 90% это просто откровенная ложь. И что делают? Вкидывают эту информацию на один из этих веб-сайтов или на один из, значит, телеграм-каналов. А потом это подхватывается всеми остальными, и это подхватывается уже и более раскрученными СМИ, например, НТВ, часто там Акцент ТВ. Значит, и вот таким образом создается какой-то вроде бы как эффект. Эффект, знаете, медиа, эффект достоверности, и создается эффект того, что об этом в обществе говорят. Это резонансный вопрос. Мы все увидели цену вот всей вот этой системе, выстроенной сейчас на парламентских выборах. Это вообще не работает, это никому не интересно. Это люди от этого очень устали. Но на это тратятся очень большие деньги. Это деньги спонсоров, как правило, да. Значит, но если политик видит, что он не может предложить никакой конструктивной нормальной программе, не может выиграть в нормальной борьбе, то вот он начинает платить такого рода сомнительным людям, сайтам, которые рассказывают этому политику, что, значит, тебя любят, у тебя все нормально, мы твоих конкурентов топим, значит, у тебя там дела идут в гору. И им самим очень часто этим политикам начинает казаться, что действительно вот эти все сайты, которые там, знаете, льют грязь на оппонентов, поддерживают их, что действительно они каким-то образом наращивают рейтинг. А в конечном итоге это ничего больше, кроме отмывания денег людьми, которые все вот эта система сообщает. Я надеюсь, что у нас после вот этих досрочных парламентских выборов это все рухнет, потому что этим людям просто наконец-то перестанут давать деньги. Думаете, скольки закончатся? Я надеюсь очень на это, потому что... Ну, а вы знаете, у нас еще есть одна такая структура, которая получает очень неплохое финансирование из бюджета. Две. Какая? Чтобы бороться с фейками на сайтах и социальных сетях, у нас есть СИП. Ну, они должны заниматься фейковыми новостями на самом деле, потому что это вопрос безопасности. Ну и да, и нет. Ну, и, знаете, нет, подождите, когда наехали на вас лично, может быть, нет, хотя так вы член Совета какие? Безопасности. У нас а когда фейки. Они начинают накручивать людей, поднимая уровень протеста, да, это уже безопасность государства. Да? И когда говорят, что вот она виновата в том, что у вас подорожал хлеб или масло, хотя на самом деле мы прекрасно знаем, что происходит, и кто стоит за франзелуцией, и кто стоит за маслом. Или она проведет агрессивную политику в отношении Приднестровья, да, или да, она да, там, значит, да, втянет. И вот это должен заниматься СИП. И есть еще вторая структура, которая тоже очень хорошо финансирование имеет. Называется Совет по аудиовизуалу, который должен был реагировать всю предвыборную кампанию на то, что делают определенные телевизионные каналы, как они подают новости, есть ли там плюрализм мнений и все остальное. Вы много реакций увидели, конечно, за эту предвыборную, конечно, кампанию? Конечно, конечно. А зарплату, поверьте мне, все получат регулярно. Вы правы. И вот когда эти две структуры будут выполнять свои обязанности, вот тогда и не будет возможности жить и делать, ну, то, что делать. Это сложно. Потому что, но если по-честному, некоторые телевизионные каналы к концу этой предвыборной кампании уже лицензии должны были решиться. По истечению того, возможно, сколько фейков и сколько всего было выпущено. Сколько фейков и сколько недостоверной информации, и сколько недобросовестной, некачественной подачи этой информации. Да, это так. Потому что не работает закон. А работал бы закон и те, кто должны за ним следить. И у нас бы многие предвыборные кампании шли бы по другому пути совершенно. Мы бы давно увидели обновленный политический класс. Ну, это, кроме того, знаете, как-то и избирателей настраивает на ожидание разного. Люди начинают думать: о, вот интересно, давайте еще что-нибудь там нам киньте, там, к
Ковкалюк про того, тот про Ковкалюка, этот про этого. И пошла вот эта вот вся, знаете, как бы местная молодая. Судя по результатам выборов, это не вызвало только брезгливость. Вот, и наконец-то, я настолько рад, что это произошло, что у нас все-таки повзрослел избиратель, который понимает, что там личные подробности жизни тех или иных политиков, даже если это и правда, а в 90% случаев это искажено, либо подано просто тенденциозно, да, потому что современными средствами можно придумать все, что угодно. Очень хорошо, что они на это просто закрыли глаза и сказали, слушайте, это вообще никого не интересует. Перестаньте заниматься вот этой глупостью, скажите, что вообще делать собираетесь в правительстве. Это правильный вопрос. Мы с вами говорили о том, о степени ожиданий, и сегодня в своем выступлении Игорь Гроссу подчеркнул, что невозможно ничего будет делать без изменений в области юстиции. И одни базовых обещаний были тоже изменения в области юстиции, партии «Действия Солидарность». Но был для меня очень интересный момент. Можно мне видео с господином Литвиненко, да, предвыборное? Просто я теперь понимаю, сколько у них мандатов. Допустите, пожалуйста, в эфир. Звук у нас будет? Мы видим, но не слышим господина Литвиненко. Чуть-чуть, да? Хорошо, вот сейчас мы вернемся. Тогда Игорь Гроссу сказал, что основные действия, которыми начнет работать, это очистка судебной системы, борьба с коррупцией, привлечение инвестиций европейских фондов, а также коренное изменение методов работы государственных институтов. Ну, мы с вами говорили только об одном из видов, да, то есть мы только два затронули. Исходя из этого, давайте я вас спрошу, а вот такие институты государственные, которые получают тоже миллионы и очень приличные бюджеты, как Центр по борьбе с коррупцией, антикоррупционная прокуратура, определенные подразделения МВД, они должны продолжать дальше существовать? Лили, это специализированный вопрос. Я не могу вам на него ответить, знаете, вот так с бухты-барахты. Но вы помните их эффективность какую-то? Конечно, но то, что там необходима серьезная реформа, это в этом абсолютно никто не сомневается. Но мы все помним резонансные случаи, когда антикоррупционная прокуратура занималась тем, что плодила прокуратуру, когда антикоррупционный центр занимался тем, что крышевал коррупцию, когда Министерство внутренних дел крышевало контрабанду. Анаболиков и так далее. Да, там только начни, то есть до всего, сигарет, алкоголя, там, нефтепродуктов, да там, господи, просто весь, абсолютно берете как бы там таможенный список подакцизных товаров. Но мы не можем избавиться от МВД, подразделения можно ликвидировать. Избавиться, конечно, мы не можем, потому что везде в этих институтах и учреждениях работают грамотные люди, которые правда исполняют свою работу, значит, так, как они должны были бы это делать. Этих людей... Давайте скажем, в том числе. У них маленькие зарплаты. Это очень плохо, потому что таким людям... Значит, представьте себе, я разговаривал там со многими людьми в таможенной службе, да, и мне таможенник говорит, слушайте, вы там сидите такие все там умные, приходите на телевизор и говорите, коррупционеру. Говорит, вот у меня зарплата там 7-8 тысяч лей, на эти деньги я должен залить бензин в бак машины, я должен доехать до таможни, значит, на таможне я должен там свои смены отстоять, вернуться домой. И теперь представьте себе объемы работы, да, и деньги, которые за это получают. Человек ушел просто с таможенной службы и уехал работать в Италию, да. Хотя профессионал и специалист великолепный просто, понимаете? Ну, конечно же, там нужно повышать конкретно зарплату. Но те, которые занимаются коррупционными схемами в этих структурах, а их там немало, вот с этими людьми действительно нужно разбираться. Потому что это люди, которые зарабатывают очень большие деньги за счет фактически эксплуатации государственных институтов и подрыва молдавской государственности. Как еще можно назвать действия по созданию разного рода криминальных схем с регионами, которые мы не контролируем, да, то есть как еще это можно назвать? Ну, он там давно существует. Это подрыв государственности Республики Молдова, я прошу прощения. Если этим занимаются люди в Министерстве внутренних дел с этими людьми, конечно, надо разбираться. И, кстати, пользуясь случаем того, что я нахожусь в вашей передаче, я бы очень бы настоятельно призвал бы этих людей как можно быстрее прекращать эти вещи, потому что я думаю, что на этот раз все будет очень серьезно. Я думаю, что на этот раз за них возьмутся плотно и основательно. Поэтому прежде чем вы будете этими вещами заниматься, подумайте, что лучше все-таки быть пойманным за руку и получить реальный срок за эти истории, либо же не делать этого вообще. Можно я попробую поставлю этот вопрос? И жить при этом как-то спокойно,
без глубоких потрясений, которые могут произойти. Вы знаете, там уже было столько сделано и накоплено и потрясений, что я бы хотела тоже, пользуясь случаем, что мы с вами это обсуждаем, обратиться к СИБУ и Генеральной прокуратуре, наконец-то начать выполнять свою работу в этом направлении, и тех людей, которые крышуют в государственных институтах, да, контрабанду, и тех, которые получают дивиденды с этого всего и делают вид, что не замечают, наконец-то принять туда, куда их положено, и посадить их туда, где они должны сидеть и отвечать за свои поступки. И прекращать превращать Республику Молдову в серую зону, через которую проходит контрабанда через Приднестровье на Запад, в Европейский Союз. Готово видео, да? Пустите нам, пожалуйста. De aceea, în chiar ziua când va avea loc ședința de constituire a noului parlament, deputații PAS vor depune la Curtea Constituțională două proiecte de modificare a Constituției Republicii Moldova. În primul rând, este vorba de proiectul care ar simplifica mecanismele de confiscare a averilor funcționarilor și demnitarilor publici. Al doilea proiect de lege de modificare a Constituției ține de limitarea imunității deputaților. La concret, se propune introducerea în textul Constituției a unei prevederi conform căreia pentru infracțiunile de spălare a banilor, corupere pasivă, trafic de influență și îmbogățire ilicită, imunitatea să nu fie aplicabilă parlamentarilor. Василий Курминский, вот я полностью поддерживаю то, что предлагает господин Литвиненко. Но я понимаю, они подадут в Конституционный суд. Окей. А дальше необходимо будет все законы, которые касаются Конституции, необходимо будет голосовать конституционным большинством в парламенте. ПАС не получила конституционное большинство. Что делать дальше? Ну, не обязательно. Я не думаю, что все прямо там будет касаться вопросов. Вот вопросов эти два. Конституции. Они... Эти, да, возможно. Это предвыборное обещание. Что? Это первое, с чем господин Литвиненко обещал прийти в парламент. На первом же заседании получить подписи и отправить для авиза в Конституционный суд. А потом, естественно, получив авиз, если он будет положительный, то поставить на голосование в парламенте, не имея конституционного большинства, да, это ловушка? Давайте посмотрим, что скажет Конституционный суд по этому поводу. То есть мы пока этого знать не можем. У меня есть сомнения. У вас нет сомнений, что партия Шоры, партия социалистов и коммунистов это не поддержит? Или вы думаете, они могут это поддержать, такое предложение? Ограничить иммунитет депутатов, особенно если вопросы касаются коррупции, незаконного обогащения, позволить конфискацию имущества, которое не задекларировано, да, и не могут доказать его происхождение. Вы считаете это оправданной мерой? Я считаю это оправданной мерой. Я просто, давайте посмотрим, я просто как не социалисты... хочу разочароваться в том, правда, что было обещано, люди поддержали, а потом нам скажут, вы знаете, а у нас нет конституционного большинства. Мы всей силой, да, всей душой. Так не скажут. Мне кажется, что ожидания, которые были созданы в обществе, очень велики. И если эти ожидания не оправдать, то там и говорить ничего не надо будет. Нет, я думаю, что так говорить не будут. Ну, давайте посмотрим, как партия Шоры и партия социалистов откажется от этого. Мне интересно посмотреть, как бы с точки зрения вообще их сторонников отказаться от, в принципе, значит, такой простой формулы, как если ты там занимаешься коррупцией, то, ну, давай с тобой мы будем поступать так же, как мы поступаем с любым человеком в этой стране, да, то есть никто не, нет неприкосновенных. Но что касается, допустим, там, например, значит, ужесточения наказаний за коррупцию, в том числе конфискацию имущества, все это можно делать и без изменения Конституции. Вот. И это может и должно касаться не только там нынешних текущих парламентариев. Я вам напомню, что как бы парламент — это всего лишь одна часть. Мы с вами только что говорили по поводу всех министерств и ведомств, которые вы очень точно перечислили. Вот они там все, да, там и антикоррупционная прокуратура, там и МВД, там и суды, и все, что хотите. То есть их очень много. Ну вот их, по крайней мере, да, в их случае применение такого рода вещей, как, значит, в случае доказанных акций коррупции, конфискации имущества, это все, по-моему, абсолютно нормальная практика. И я, честно говоря, думаю, что вот этот
коррупционный беспредел в Республике Молдова можно остановить достаточно быстро. Достаточно там 4-5 хороших громких случаев. Вот. И я думаю, что все остальные очень серьезно задумаются о том, а надо ли это нам. Надо ли это. Действительно так думаете? Я абсолютно в этом уверен. Я просто помню, что и при демократах за коррупцию брали, в том числе и замминистра, если вы помните одного. При демократах брали за коррупцию исключительно в том случае. Если не делился. Нет. Если ты этой коррупцией, если человек занимался этой коррупцией вне без Плохотнюка. Вот если как бы тебя поймали за руку, то человек там занимался коррупцией, об этом Плохотнюк не знал, вот тогда да, тебя там могли прижать и прищучить очень серьезно. А с ведома Плохотнюка, пожалуйста, он, собственно, для этого туда людей и сажал, по большому счету. Вот. А если это будет серьезно, а самое главное, знаете, как есть такой принцип беспорядочности, беспорядочно, чтобы никто не знал, с кем и когда это может произойти. Я абсолютно уверен, что это очень сильно поменяет взгляды очень многих государственных служащих и государственных чиновников. Нет, ну я просто вспоминаю, как у нас были показаны в эфире видео встречи адвоката господина Шора с судьей, который рассматривает в Кагуле это дело. И ничего, никакой реакции на это нет. Или сколько раз уже рекордно, по-моему, уже под 60 переносилось рассмотрение дела Илана Шора. И тоже как бы ничего. Поверьте мне, что эти судьи будут дальше занимать свои позиции, и ничего не будет. То есть система будет противостоять. Да, правда. Система будет противостоять, и это противостояние будет жестким. И даже министрам, которые не пришли на заседание правительства, где присутствовали только господин Чакой и госпожа Влах, ничего не будет. Ну, в этом конкретном случае, ну а что им должно быть? Может, они заболели там все коллективно и отказались приходить на заседание правительства? Ну, вы знаете, все коллективно, а на следующий день принимать парад? Выздоровел буквально за ночь. Чудеса молдавской медицины. Конечно, это чудеса. Молдавская медицина. А другой с потрясающим загаром пришел на следующий день шлет в эфир. Селфи из Турции или из Египта. Да, или шлет. Понимаете, и ничего. Эти люди даже запрет на занятие государственных должностей не получат. Я думаю, поменяется. Послушайте, я считаю, что как бы что в данном конкретном случае у партии ПАС и у президента Майя Санду есть огромный кредит доверия и есть. Ну, достаточно хороший период времени для того, чтобы вот все то, о чем вы говорите, начать менять, изменять. Я абсолютно уверен, что другого с пути, даже, знаете, как если мы немножко забежим вперед, я уверен, что другого пути выиграть следующие там выборы, остаться во власти, нет, кроме как реальные изменения, которые почувствуют на себе граждане страны. Нет другого способа. В следующий раз, через там, не знаю, 4 года, говорить о том, что мы будем бороться с коррупцией, уже никак не получится. Да? То есть через 4 года можно уже говорить только очень конкретно. Вот это было остановлено, вот эти схемы были прекращены. Значит, вот на таможне нам удалось устранить вот эти коррупционные цепочки. И по итогам всех этих процессов, вот мы увеличили доходы государственного бюджета, скажем, там на 50 или на все 100%. Да? Ну вот это аргумент, его можно послушать. Да. Поэтому как бы тут мне кажется, это абсолютно понятно. То есть понятно, вы считаете, что мы все-таки после этих выборов придем к тому периоду, когда мы будем не воевать с натовскими сапогами и русскими танками, а будем говорить о конкретных цифрах, реальных изменениях и, возможно, даже говорить о каких-то успехах возвращения граждан в страну, открытия новых участков? Да, я думаю, что по-другому как бы эти выборы выигрывать больше, то есть уже нет смысла не получится. Я же вам говорю, что мне кажется, что в этом смысле произошли коренные изменения и в сознании людей, в ожиданиях людей, вот, и не только в этом, а вообще в самой структуре избирательного поля в Республике Молдова. Совершенно другая история сегодня, совершенно другими посылами, другими месседжами надо приходить. Мне, кстати, вот коллега говорил там про гражданский конгресс, да, ну, я прочитал, например, с большим интересом эту программу на 85 или что-то такое 70, там страниц. 72 страницы, я прочитала. Объемный таким убористым текстом написанный документ. Мне он показался достаточно профессионально составленным, ничего вы не скажу. Вы считаете, что партия действия «Солидарность» стоит туда заглянуть? Да я уверен, что читали этот. То есть на самом деле там было несколько программных документов нескольких партий, которые действительно следовало прочитать. Это партия действия «Солидарность», это гражданский конгресс, ну еще парочку, да. Ну, остальные в основном приносили, значит, особенно на дебаты, приносили вот такие какие-то толстые томики, говорили, что это наша программа, а там, я не знаю, могло бы быть сочинение там Владимира Ильича Ленина, например, да, там. Не думаю, что многие читали бы сочинение Владимира Ильича Ленина. Ну да.
Господин Бурачев... Были программы, без вопросов, которые были, потому что я снимала тематические программы, поэтому я точно знаю, что были. Очень интересно. Да, и там как бы там хорошая серьезная аргументация. Да, то есть, знаете, как человек, который в НПО, у нас был такой очень интересный проект, который назывался «Реальная повестка дня для Молдовы», где мы, собственно говоря, как раз и пытались, значит, вообще как бы Республику Молдова и людей в Республике Молдова отодвинуть немножко от фейковых вещей, которые им навязывают постоянно через средства массовой информации, и попытаться сконцентрировать общественное внимание на задачах, которые действительно важны для каждого человека в стране. Вот. И я могу сказать, что действительно составлены были многие вещи грамотно, и многие вещи были составлены качественно. А вот социалисты и коммунисты, они решили пойти как раз именно вот по этой фейковой повестке. Давайте мы там накидаем как можно больше страшилок и будем их размазывать. Вот размазали. Период, когда они были в одной партии, 2001 по 2009, и были действительно успехи, был вывод ситуации страны из кризиса, и были очень неплохие моменты, и они имели право об этом напомнить, потому что это была их работа в том числе. Конечно, но только они забыли напомнить об одном, о том, что они говорили друг о друге после этого, да? А вот я хотела спросить, но они ко мне не один, ни другая партия не согласилась прийти. Я тоже задавал этот вопрос очень многим людям, мне тоже никто не дал на него ответ, но я нашел листовку. Такая, знаете, как листовка, так и я. Коммунистов про социалистов? Вы читали ее? Так естественно. Это же вообще, это просто ты когда берешь в руки этот документ, то ты просто катаешься по полу с ним. То есть там, где такими большими красными буквами написано «Дадон — это предатель». Почему нельзя голосовать за Дадона? Да, почему нельзя голосовать за Дадона? Дадон предал, он украл. То есть ты читаешь, доходишь, думаешь, господи, это исчадие ада. И кто об этом говорит? Говорят ли об этом оппоненты Дадона? Да нет. Это говорят его друзья, которые с ним сегодня находятся в одной коалиции. Это, конечно, было очень... страну. Это было очень смешно. Хочу вас спросить, вы пытались уже начать комментировать этот момент. Давайте сейчас. Господин Бурачев частично прокомментировал. Сегодня вышел в лайв. Таким образом, господин Усатов давно общается с избирателями, да, и заявил о том, что он покидает пост мэра Белц, сообщит точно с какого числа, и покидает руководство нашей партии. И что никто из, не он, никто бы то ни было, из, не господин Григоришин, не будут баллотироваться на пост мэра Бельц, потому что то, что они заняли третье место в Бельце, город, которым он руководит, говорит о том, что нашей партии там не доверяют. Вот как вы прокомментируете, что вы увидели в этом заявлении господина Усатова? Ну, мне это показалось совершенно напрасно, потому что мне кажется, что это все-таки больше эмоциональная реакция, потому что самое... неблагодарное дело для политика — это винить избирателей. Ну вот, что избиратели не такие, что граждане как-то неправильно понимают. То есть нужно в первую очередь смотреть, значит, и анализировать свои собственные просчеты, наверное, да, и только после этого уже можно делать какие-то выводы. Ну а как правило, конечно же, лучше с такими эмоциональными реакциями не выходить, по крайней мере, какой-то период времени. Лучше взять какую-то паузу. Вот, и делать это все уже немного так более на холодную голову. Ну, мне показалось это напрасно, мне это показалось эмоциональным. Вот, и, ну да, в Бельцах проголосовали так увидели люди Республики Молдова, приоритеты, которые стоят перед страной, и это нужно уважать, и с этим нужно считаться. Еще несколько комментариев других политиков. Я не буду комментировать заявление господина Усатова, не буду, потому что мне кажется, что там есть действительно место эмоциям, которые у политика такого уровня не должны быть. Пройдут. Я думаю, что они достаточно быстро пройдут. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, да. Ну вот он, просто мне просто непонятно, как теперь давайте заднюю. Мне кажется, на его месте проще, лучше было бы сначала уйти в отпуск, а потом после отпуска уже рассказать о том, что делать. Тогда бы все спрашивали, куда пропал Усатый. Ну и нормальный вопрос. Ну, взял время на раздумья, ну, ладно, на размышления. Ну ладно, это его право, в конце концов, да, делать такие заявления. Кстати, вот почитайте, что Гражданский конгресс там сегодня вычитал. Ну да, такое, то есть не сказали, там меньше 1%, но мы остаемся, мы боремся, мы в борьбе. Да, мы только начинаем, это наш первый предвыборный опыт, и мы собираемся идти дальше. И они не единственные, кто так прокомментировали. Ну я так полагаю, что они очень серьезно рассчитывают на голоса там левоцентристского электората на будущее. Они полагают, что коммунисты и социалисты уже провалились, что они обанкротились, и что, значит, очень много из этих голосов отойдут к ним. Ну, вот это да.
Это, пожалуй, такое, знаете, как бы отношение, это заявление. Я хочу найти цитату Марка Ткачука, чтобы граждан дать более точное. Пока нет прямой цитаты у меня, Александр Слусарь сегодня тоже, мне понравилось, очень достойно отреагировал на результаты выборов. Граждане применили формулу полезного голосования, это право народа. Поздравление госпоже Занту, во многом это ее победа. Это уникальный результат для европейского направления и огромная ответственность для наших коллег из партии «Действие Солидарность». Другого шанса кардинально перезагрузить страну, наверное, не будет. Я не слышу никаких обид, я не слышу никаких претензий, умница, я не слышу ничего. Умница. Прекрасное, прекрасное заявление, прекрасное подведение итогов со стороны опытного политика. Ну что сказать, очень, очень грамотно. Лично мне, господина Слусаря, в парламенте будет очень не хватать, я вам признаюсь. Ну, подождите, давайте мы не будем опять же таки забегать вперед, потому что я не думаю, кстати, что партия ПАС будет... как бы создавать правительство исключительно из приверженцев или сторонников своей партии. Я думаю, что сети раскинут намного шире. Я думаю, что очень многих пригласят принять участие в этих глубинных реформах в Республике Молдова, потому что здесь я с господином Слусарем согласен. Я полагаю, что это действительно уникальный шанс, которого больше не будет никогда. И пропустить его, упустить его, этот шанс, будет неправильно. Неправильно для страны, потому что если этот шанс для Республики Молдова будет упущен, то от этого хуже будет в первую очередь всем тем, кто живет в этой стране и кто с такими большими ожиданиями, с такими надеждами отдал голос за партию ПАС. Слушай, будучи у меня в программе, извините, что я перебиваю, я его спросила после заявления, сделанного господином Гроссу, готов ли господин Слусарь принять приглашение работать в правительстве, которое будет формировать партию действия? Его уже пригласили? Нет. Я его спросила другое. Если его пригласят. Окей. И что он сказал? Он сказал, нет, я не соглашусь, потому что если бы речь шла о том, что мы говорили изначально, да, формирование единого правого блока, да, на этих условиях мы бы пошли в правительство совместное. А так как это нас... уже было после этих выборов, да? Это было за 2 недели до выборов. Ну, не знаю, кто знает. Вы думаете, что он за 2 недели передумает? Ну, я не думаю, что он передумает. Я не вижу здесь, знаете, какого-то такого жесткого нет. Кто знает? Я не знаю. Я в этих вопросах как бы не, знаете, как, но вы, не но участвую. Но вы подтверждаете, что партия «Действие Солидарность» будет все-таки открыто приглашать других. Я за партию «Действие Солидарность» не расписываюсь и не отвечаю, но я считаю, что это было бы разумно. Я считаю, что это было бы грамотным подходом. Да? Кого, например, ты или каких политических партий, представителей? Слушайте, ну, много, очень много грамотных толковых людей. То есть много людей, которые могли бы действительно... Я просто напомню ситуацию. И причем я здесь говорю не только про функции, знаете, как бы там топ-уровня, да, потому что у нас там сколько там, 9 министерств, там, да, раз-два я общался. Там много есть позиций очень для хороших профессиональных госсекретарей, для, значит, государственных служащих на различных уровнях. Абсолютно. Почему? Давайте вспомним лето 2019-го. Майя Санду становится премьер-министром, они начинают формировать правительство. Потом я ее спрашивала уже в студии другого телевизионного канала, где она мне говорила, что мы приглашали представителей НПО и других партий, но они не захотели прийти работать Святая в правительство. Правда. Святая правда. Потому что мы понимали все, да, что это правительство в любой момент может быть отправлено в отставку. Угу. Теперь другая ситуация. Перспектива на 4 года, но это 4 года работы на партию действия «Солидарность», на их рейтинг? Нет, или это на разделение ответственности? Нет, почему партии, не прошедшие в парламент, должны сейчас на это согласиться? Какая у них должна быть мотивация? Ну смотрите, но ведь, понимаете, как бы вот эта повестка дня, которую предложила партия действия «Солидарность», я еще раз повторю, ключевой, на мой взгляд, вывод, ключевую мысль. Это то, что эта повестка была объединительной, она никого не исключала, да, никого из граждан Республики Молдова. В ней себя нашли представители абсолютно всех национальностей, языков общения, там, не знаю, этнического бэкграунда. Это правда универсальные вещи, которые нужны для всей Республики Молдова. Да? Поэтому я не считаю правильным говорить, что если как бы эти вещи начнут выполняться, то это будет как-то работать на рейтинг партии ПАС. Наоборот. Очень многие из этих вещей, которые были предложены, они очень болезненны, они непросты. То есть, и на самом деле это будет
никоим образом не поднимать рейтинг партии, а будет бить по рейтингу партии, и я уверен, что этим будет нещадно пользоваться оппозиция. Но это надо делать. Если мы хотим, чтобы Республика Молдова наконец-то стала государством, которое работает для своих граждан, это надо делать. Я уверен, я вас уверяю, что все те, которые в эту коррупционную систему засели, да господи, они еще купят там с 10 таких холдингов, которыми управляют Кристалл и этот второй товарищ. Вот, для того, чтобы попытаться сбивать этот рейтинг, топить их там фейками и так далее. Это сложная работа очень, на самом деле. Это работа для всех профессионалов, специалистов, не только ПАС. Вы говорите о том, что объединили. Вот я цитирую Марка Ткачука. В сегодняшнем парламенте безусловные победители. Они смогли сохранить фальшивую повестку дня для страны, они сохранили свою власть. Они отстояли свое право на уничтожение остатков любой жизни и любой надежды в Молдове. Мы признаем поражение, но только для того, чтобы пойти дальше. Что у нас есть? У нас есть обстрелянная партия, партия единомышленников. У нас есть 12 тысяч избирателей. Мало? Ничтожно, зато это отличная возможность продемонстрировать, что мы способны держать слово перед ними и так далее. Он говорит, что победила фальшивая повестка дня, и что в парламент будут так победители. Другого. Ну, знаете как, в оппозиции это аксиома, что так нужно говорить. По-другому говорить нельзя. Но на самом деле победила правильная повестка дня. И вы, собственно говоря, можете в этом убедиться, если вы прочитаете программу гражданского конгресса, а вы ее читали уже, да, то есть вы увидите там очень много точек пересечения, значит, похожих мыслей и идей. Это при том, что никто ни у кого ничего не заимствовал, эти вещи, в принципе, развивались как бы параллельно. Даже программа ПАС появилась раньше. Ну да и потом я помню, что они там вызывали на дебаты именно партию ПАС. Они не звали на дебаты социалистов, они не звали на дебаты Воронина, они не звали на дебаты Ковкалюка там и всех остальных. Ну, правильно, они позвали ПАС. Почему? Вопрос, почему? Наверное, потому что где-то как бы повестка, которую они видят для Республики Молдова, пересекается с той повесткой, которую предлагает сегодня партия власти. Господин Кульмецкий, мы вас увидим в составе советников госпожи президента снова? Я не знаю, я пока не вел разговоров на эту тему. Предложение мне пока сложно сказать. Пока нет, пока нет. Ну, сейчас только первые дни, посмотрим, как будет развиваться дальше. Я спрашивала Игоря Гросса, когда Владислава Кульминского включат в список кандидатов в депутаты. У меня была такая информация, что вы должны были в него входить, да, вам правда, поступало такое правда. Предложение. Потом на ТВ-8, буквально за неделю до выборов, вы достаточно эмоционально сказали, что я ни в какие списки входить не буду, никакие партии, тоже прекратите эти разговоры. И я как-то почувствовала себя в этот момент неловко. То ли мне дали не ту информацию, то ли вы приняли другое решение. Не, я не эмоционально это сказал, нет. Я честно вам скажу, просто знаете, как в парламенте нужно заниматься определенным родом работы. Да? В парламенте ты должен понимать, что ты идешь туда на 4 года для того, чтобы заниматься законодательной, законотворческой деятельностью. Не крутить там какие-то, не знаю, варианты, да, которые крутил предыдущий парламент. Вот, значит, и, ну... Вам это не интересно? Не то, что мне это не интересно, это просто не мое, вот и все. То есть я, знаете, как человек должен понимать, в чем он хорош, вот, а что не его банально. Да? А то в чем хороши вы? Ну, для меня, например, это как там, я не знаю, ну, мне, например, намного интереснее идея там эти законы в парламент, например, предоставлять из исполнительных структур власти, да. Ну, вот это вот идея интересна, потому что они в любом случае в парламент будут попадать по большей части там откуда-то из правительства. То есть быть советником премьер-министра вам было бы интереснее? Ну, это просто как бы мое большее направление, все-таки это исполнительная структура власти. Это внешняя политика, это государственное администрирование, это урегулирование конфликтов. Не знаю, я не говорил на эту тему, правда, то есть я не разговаривал пока ни с кем. Но вам было бы интересно вернуться к рассмотрению Приднестровского конфликта? Ну, в том числе и как вице-министр по реинтеграции, например? Не знаю. Честно, вице-премьер-министр. Опять же, таки ничего такого не поступало на данном этапе, никаких таких предложений пока что не было. Кто будет новым премьер-министром? Тоже не могу вам сказать. Я слышал разные слухи, но я не хочу их озвучивать, просто для того, чтобы, знаете, как бы, чтобы это не показалось просто распространением разного рода идей, которые могут оказаться недостоверными. А что, когда мне предложили это место в парламенте, я в принципе, как бы для меня это правда было честью, что мне предложили это место в списке. Вот, и я с большим удовольствием бы в этом поучаствовал. Я как бы объяснил, что, послушайте, ну, парламентская деятельность — это не моя история. С удовольствием помогу абсолютно всем, чем смогу, но я не хочу там через 2-3 недели
после того, как попадешь в этот парламент, да, начинать там историю про ой-ой, а что я тут сделаю, это не мое. Я с самого начала говорю, что это не моя история. Я, честно говоря, кстати, вы знаете, зачем люди рвутся в парламент? В чем эта история? Я не знаю, потому что мне тоже предлагали, я тоже не соглашалась. Что там такого? Что там, из-за чего это все происходит? Может, престижно, я не знаю. Мне должно быть интересно, кому-то должно быть престижно, у кого-то там какие-то рычаги, еще что-то. Туда надо идти работать, вкалывать и впахивать, потому что только в этом случае ты эффективен на самом деле. То есть там это все сложная история на самом-то деле. Вы давали совет, вы были советником сейчас, консультантом на этой предвыборной кампании партии «Действия солидарности»? В каком смысле советником? Формальным – нет. Формальным – нет. Когда мне задавали вопросы, конечно, я на эти вопросы всегда отвечаю. Ну, причем это касается… Не конечно. Ну, я зарабатываю очень неплохо на своих основных работах. Да, и мне как бы просто банально то нормально, есть, мне, реально мне вполне хватает. За державу обидно. Да, мне очень хочется, чтобы в Республике Молдова наконец-то начались перемены, мне хочется, чтобы страна начала развиваться в другом направлении, и я не буду скрывать, что я с очень большим уважением отношусь и к президенту Майе Санду, и к партии «Действия и солидарности», и поэтому, когда меня о чем-то спрашивали, я, конечно же, высказывал свое мнение. Вот. Ну, иногда его принимали в расчет, иногда его не принимали в расчет. Если это назвать консультацией, не знаю, консультация ли это, но спросили бы меня, как бы там, вы бы меня спросили бы об этом, я точно так же бы вам свое мнение. Ну, мнение спросили в конце февраля, да? Я тоже его высказала, и, конечно, по-моему, у нас с вами тогда мнения совпали, только два человека около совпали мнения были. Ну, к примеру, мне лично очень импонировало то, что партия ПАС, они, значит, такую, как сейчас принято говорить, инклюзивную, значит, повестку дня предложили для всей Республики Молдова. Да? Мне очень понравилось, что сконцентрировались на так называемой реальной повестке дня. Очень многие из этих вещей было, как бы, да, и когда меня спрашивали, я как бы говорил, что это действительно то, что может привести к успеху, потому что это важно и интересно абсолютно для всех граждан и людей в Республике Молдова. Один вопрос относительно Гагаузии, чтобы мы с вами заканчивали программу, потому что мы скоро перейдем лимит. Хотя я понимаю, что у меня здесь территория свободы, мои правила, но все-таки надо держаться определенных рамок. Покажите нам, пожалуйста, голосование в Гагаузии. Да? Скажите, это у меня плохая память или есть, да? Выводите нам на экран, да, господин Кулинский, посмотрите, если вы не помните Гагаузия, цифры, да, это Гагаузия. Мне кажется, и явка невысокая, необычная для Гагаузии, и результат не 90%, как мы привыкли, да, вправе ожидать. Вообще, у Кишинева с Камратом как сейчас взаимоотношения? После последней поездки Майе Санду в Гагаузию, там что-то было не так? Нет. Тут речь, я думаю, вообще не идет о взаимоотношениях Кишинева и Камрата. Вот эти цифры, они к взаимоотношениям Кишинева и Камрата как бы не имеют такого, не этим они вызваны. Мне кажется, что эти цифры, низкая явка была, во-первых, потому что на выборах президента в двух турах топ-руководство Гагаузии, включая Башкана, значит, на седьмой передаче топило за... Игоря Додона. Тогдашнего президента Игоря Додона, и причем делали это массированно, открыто. Из Москвы, из Камрата, да. Ну, отовсюду, да. То есть, да, а сейчас на этих выборах, как бы, насколько я слышал, по крайней мере, я не знаю, правда это или нет, но, в общем, как бы я слышал... Остыли отношения. Охладели друг другу. Да. Что там произошел надлом, как это, знаете, а связано разрыв. Ли это там вот. Надлом и что, вроде с... бы как, и что вроде бы как, наоборот, как бы произошел поворот к Ивану Кику. Вот такую историю я слышал. Ну, по крайней мере, когда вы проезжаете, значит, через гагаузскую автономию, там все увешано портретами четырех столпов молдавской демократии. Это Иона Кику, дальше, извините, не очень помню. А там бывший министр экономики. Эрика Домбровяна. Да, 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 да. Вот как бы вот все там абсолютно. Знаете, я как бы слышал историю. И при таких резких поворотах. Вы связываете это с тем, что возле Ирины Влах все чаще видят Виталия Драганча? Да, он там живет уже, по-моему. Но нет, я говорю, почему такая низкая явка была. Да? То есть просто когда ты пытаешься вот настолько резко развернуть лодку от одного направления, резко ее развернуть в другую, то она частенько бывает переворачивается. Таковы уже законы физики. Вот. И я думаю, что это очень многих избирателей поставило в тупик. То есть создала такую определенную сумятицу, если ходить, потому что уже непонятно, кто Ирина за кого. На ваш взгляд, Ирина Влах уже хочет выйти за пределы Гагаузии и выходить на национальный уровень как политик? Ну, это, в принципе, мечта всех башканов. То есть мы можем столкнуться с политическим противостоянием двух женщин?
Я не думаю. Я не думаю, что до этого дойдет. Просто, знаете, как бы разные повестки дня, разные веса, разные весовые категории. Вот. Не думаю. Ну, давайте посмотрим, почему нет. Из последних заявлений, которые делала госпожа Влах, из того, что она все чаще говорит на румынском и говорит о необходимости владения двумя языками и так далее, мне кажется, что она по чуть-чуть собирается выходить за пределы. Королевства маловато, да, уже стало. Да, это правильные посылы, конечно же, да, но при этом было бы, конечно же, еще неплохо, чтобы у нас создавалась такая ситуация, когда, значит, власти автономии в первую очередь представляют автономию, да, и особенно когда на уровне, на национальном уровне разворачиваются кровавые политические битвы между двумя равновеликими силами, каждая из которых имеет шансы прийти во власть, чтобы руководство автономии в этих битвах оставалось, ну, соблюдало рамки приличия, давайте скажем так, да, то есть чтобы, вернее, не переступало определенные рамки приличия, не становясь целиком и полностью на значит, одну из конфликтующих сторон и не обливая с утра до ночи, значит, другую конфликтующую сторону всеми возможными и невозможными эпитетами. Этого не стоит делать, потому что вот мне лично, честно говоря, очень понравилось, как повел, например, себя мэр Иван Чебан, да, то есть вот насколько он все-таки грамотно оказывал там поддержку, значит, тогдашнему еще президенту Игорю Николаевичу Додону, причем так, что это не было заметно. То есть он... Ненавязчиво. Он, да, он это делал очень крайне вежливо. Он говорил, что я мэр города, да, то есть как бы ваши там политические битвы, это ваши политические битвы. Но мы тут бегаем, не мы тут деревья сажаем. Не втягивайте меня, пожалуйста. У меня, да, мне нужно там решать проблемы города. И он говорил, ну, человек команды, ну, хороший, ну, все, да, то есть, ну, не было там никакого там ни нападок на личность, ни перехода красных линий. Мне кажется, это грамотная линия поведения. И мне кажется, что в этом случае, конечно же, значит, руководство автономии себя спозиционирует правильно для того, чтобы выходить на национальный уровень, как человек, который объединяет общество, а не разделяет его. Потому что если ты становишься на сторону одной из конфликтующих сторон, будучи полностью уверенным, что эта конфликтующая сторона выборы выиграет и соответствующим образом тебя вознаградит за эту лояльность, за поддержку, как правило, это всегда оказывается ошибочной позицией. Вот. И в конечном итоге оно приводит к прямо противоположному результату, нежели тот, на который ты когда-то рассчитывал или рассчитывала. После таких результатов выборов мы сможем наладить нормальные рабочие взаимоотношения с Российской Федерацией? Потому что некоторые депутаты там уже делают какие-то заявления о том, что сейчас здесь будут антироссийские настроения, еще что-то. То есть я понимаю, что люди какую-то пропаганду несут, что это вряд ли можно назвать реальным пониманием ситуации в Республике Молдова на самом деле. Но президент полетит в Москву, будет визит. Я думаю, да, конечно. И, ну, других, собственно говоря, вариантов развития ситуации-то и нет. Я не стал бы слушать этих апокалиптических сценариев, вот, но мы увидели такое достаточно выдержанное. И мы будем выстраивать прагматичные взаимоотношения в СССР. Да, понимаете, они отношения с Российской Федерацией не будут строиться так, как они строились когда-то у президента Додона, потому что это не были... Это не были отношения президента независимой страны, значит, с властями другой независимой страны. Это были совершенно другие отношения. Это были отношения, которых Республике Молдова лучше избегать, потому что Республика Молдова должна отталкиваться от своих национальных интересов, интересов граждан, всех граждан этой страны. Их необходимо уметь защищать, в конце концов. И это правильно, это делает любое государство. И другого от государства-то, собственно говоря, и ожидать нельзя. Для этого государства вообще-то и нужно, в первую очередь. Вот, поэтому, да, наверное, разговор будет как бы не протекать не так, как он протекал при Додоне, да и слава Богу. Слава Богу, что это будет так, что мы сможем отстаивать свои национальные интересы и делать это жестко и последовательно. Но, по крайней мере, мы уже будем отстаивать свои национальные интересы, а не личные интересы человека, который возглавляет страну, как это было в предыдущий период правления, что, на мой взгляд, было совершенно неправильно. Ну, тогда комментарий политического аналитика Владислава Кульменского. До конца июля у нас будет уже правительство, парламент, и все будет функционировать во благо народа, или они изберутся и уйдут в отпуск? Вот хороший вопрос. Я не знаю. Наверное, неправильно было бы так резко сразу же. А у нас как вообще? Когда у нас утверждает Конституционный суд? Сколько по времени? Я вот этот момент... Ну,
там сначала Центральная избирательная комиссия утверждает, потом передает в Конституционный суд. ЦИК объявляет финальные результаты. 10-12 дней, насколько я весь процесс суме. Да, мне тоже казалось, что около двух недель. После этого, я думаю, что там очень быстро сформируют и правительство, и все остальное. Вот. И, конечно, он начинает работать. Наши депутаты, они все-таки сначала примут ректификацию бюджета, которую положено проводить в середине года. Да, несколько законов обязательных, которые надо принять, чтобы правительству развязать руки, да, и потом идут в парламент, или и уйдут в отпуск, или все-таки они с 1 августа скажут, мы устали. Нет, я уверен, что это так не будет. Я уверен, что правительство изберут, что это правительство как бы будет полностью полномочным, начнет работать, и, конечно, это иначе другую линию поведения избиратели не поймут. Я не думаю, что они будут хлопать в ладоши, если как-то по-другому будет ситуация развиваться. Ну хорошо, спасибо, Владислав, спасибо, что спасибо вы нашли для нас время. Надеюсь, мы с вами очень еще интересно. Увидимся в этой студии. Я буду прощаться с нашими зрителями. Я не знаю, будем ли выходить в четверг. Я пыталась договариваться на четверг с господином Усладом, сейчас не знаю, согласится он или нет. Поэтому, если мы не увидимся в четверг, то в следующий понедельник. В любом случае, следите за нашими анонсами. Всего хорошего, берегите себя.